отведение ноги назад в тренажере, изолирующее упражнение, позволяющее нагрузить ягодичную мышцу отдельно от квадрицепса. Выполняется в тренажере, мышцы корпуса напряжены, рабочая нога уперта в платформу, соединенную с подвижным элементом тренажера. Усилием ягодичной мышцы отводим ногу назад, почти до полного выпрямления. Возвращаемся в исходное положение. Затем, после выполнения нужного количества повторений, работаем другой ногой. Упражнение оказывает воздействие на ягодичные мышцы. Оно может выполняться на тренажерах различных типов.